Всем привет, дорогие друзья, и ох, как я долго в эту игру не играл, мне придется привыкать. Но мы с вами остановились именно на этом моменте. Собственно, утренние боши, утреннее унижение. Мы продолжаем. Мать твою. И почему я в прошлый раз это не прошел? Потому что мы сейчас будем это проходить, видимо, всю серию, потому что я давно не играл. Ну просто это жесть. Я не могу. Я просто вот реально. Что за фигня? Я не могу. Это Unreal. Не, это не Unreal. Ладно, поехали. Ладно, давайте как-то так попробуем. Широкой на широкую. Да не, не так. Да блин. Вот надо было в прошлый раз проходить. Нихера все. Я даже второй экран сразу прошу. Нормально. Тут их 5 штук вроде. Я уже не помню. Эх. Мать твою. Блин, я надеюсь, там наверху будет сейв. Потому что вроде на изи моде он был. Не, это жестко. Рано. А надо прям четко попасть в промежуток. Вот надо прям вот четче некуда попасть в промежуток. А, я нормально все сделал. Зачем я отпустил кнопку? Уф. Так. Мне уже нужен отдых, потому что я не привык. А, поехали. Зато я помню, как музыку включать. Охренеть, я почти прошел все. Я монстр. Да сразу надо, короче, нажимать, я так понимаю. Взлетает просто мигом в эти шипы. Так, спокойно. Да мать твою. Рано отпустил. Ну вообще... Экраны хорошо заходят пока. Только кроме последнего и первого. Ну иногда и остальные, естественно. Протупить-то надо где-нибудь. Да мать твою. Блин, что такое? Фух, спокойно. Блин, почти. Слушайте, кто-то мне говорил, как-то можно сделать, чтобы музыка постоянно шла. Restart music off. Да, отлично. Почти это сделал. Сука. Ща, просто. Не, знаете, так не хардкорно с без рестарта музыки. Это слишком. Это слишком. Ладно. Поехали. Знаете, я в прошлый раз даже так не добирался. Это было еще тогда, когда я привык к боше. И совсем, ко всем его сложностям. А сейчас я не привыкший. Я за 5 минут уже почти эту фигню прошел. Ладно, поехали. Поехали, говорю. Не, ладно, так можно музыку нормально хотя бы послушать. Рано. Рано.
Блин. Блин, было бы помедленнее чуть-чуть, я бы, может быть, успел сориентироваться. Да, это тупо на везение. Да, тупо на везение. Я пока не привык к тем шипам, которые идут сразу после. Там просто надо нажать, отжать и сразу нажать. Спустя секунду. Не, ну почти. Эй! Да твою же! Да твою же! Просто релакс, релакс, максимум релакс. Хорошо, что есть этот CD-шник. Блин, я путаю. Чё такое? Чё такое? Блин, я путаю. Надо сразу же налево нажимать. Отжимать еще раз налево. Потом направо-налево. Жесть. Просто жесть. Эх. Рано. Рано. Что ж такое-то? Не спеши, Промикс. Нет, это слишком не спеши. Это слишком спеши. Да ну ты чё? Да ну ты чё? Да ты чё? So fucking close. Да мать твою. Да мать твою. Надо было проходить тогда. Надо было проходить тогда. Блин, я уже тут путаюсь. Поехали, нормально. Сейчас пройдем. Изи же. Почему я не хочу поворачивать? У меня просто пальцы не слушаются. Они не хотят поворачивать. Они хотят моей смерти, видимо. Слишком сильно. Понимаете, ближе к концу мне почему-то хочется сдаться. Просто, типа, дайте мне сейф уже просто. Я уже столько прошел, что, ну, блин. Не, ну ладно, руки чуть-чуть помнят вообще-то. Так что не так уж и непривычно после нескольких попыток. Блин. Да, блин. Блин, у меня уже такое чувство, что это не я играю просто. Я нажимаю вроде клавиши, но он почему-то сам уже летит, так знаете. Я первый экран сам пролетаю, короче. На автомате, во. Типа, почти изи. Ладно, все, инстант карма поехала. Просто мгновенная карма. Да! Есть!
А теперь вниз. Мать твою, за что? Ладно, поехали. Как мы это сделаем? Как? Можно проскочить, короче, да. Можно проскочить. Лучше вот от конца вот здесь вот, вот так вот начинать. Сразу заворачивать вот сюда. Блин, я не успеваю. Я не успеваю, серьезно. Я не успеваю. Да мать твою. Да мать твою. Это тяжелее. Тяжелее. Блин, а что дальше-то? Я просто не знаю, как реагировать на дальнейшие действия. Ладно, этот экран вниз изи. Вот наверх было сложно. Видимо, все наоборот теперь, потому что я не знаю, как проходить дальше. Блин, слишком. Фух. Ага, ждем вправо. Окей, понял. Блин. Ну что, плохо, ты вот должен все нажимать вот прям в определенное время. Если не успеешь, тебя в конце шипы убьют. Просто у тебя герой не успеет. Вот банально, вот сейчас вот я нажимал до конца прям влево. Но он, видите, и тут вправо до конца. Но он не успевает просто обойти. И опять. Я понял, короче, надо тут вот так вот сразу делать. Не, ну это слишком уже. Блин. Лол. Во, хорошо. Подожди, а дальше что? Дальше еще два экрана будет. После этого. Блин, потому что знаете, в чем проблема? Проблема не в этом. Проблема в том, что это запоминать надо. Почти, ладно. Это запоминать надо, и самые последние вот эти экраны, они плохо запоминаются, поэтому ты хз, что делать. Нет, я... Нет, я живу. Рано. Хорошо, буду ждать. Буду ждать. Успеть бы... Блин, да опять рано. Музыка отличная, кстати. Эх. Да блин, чё с дела? Рано. Ладно. Ладно. Да что делать будешь? Да ну, прекрати. Я же... Блин, на миллисекунду надо просто позже чуть-чуть нажимать. Да ну ты чё? Хватит угорать так. Это издевательство поехало. Этот мир конченый просто. На! Мать твою, давай. На, поздно нажал. Что будешь делать? Фух. Блин, я не поверил. Я не поверил. Так. А как потом на последнем экране делать?
У нас было влево, вправо, влево, да? То есть мне надо вправо, влево, вправо жать потом. Вправо, влево, вправо. Ладно, посмотрим. Сначала надо хотя бы к нему приблизиться, к этому уровню. Блин. Спокойно. А это что такое? Во, мой любимый. Не, он закопирайчит, к сожалению. Во! В смысле? Ты не имеешь права так поступать. Ладно, я, если второй экран я прохожу и третий уже. То есть это уже хорошо. Блин. Но я второй пока очень редко прохожу. Потому что даже смысла там не было. Да, блин. Не, ну... Охренеть. Поздно. Поздно. Рано. Доля секунды просто все решает. Да. Блин. В конце уже просто нереально будет. Тебя прям чую. Куда ты спешишь? Ты же помнишь все. Да что за фигня? Блин, на последний шип напоролся. It's bullshit time. Не. Да чё? Что ему не нравится? Бог игры. Soul Green, дай мне, пожалуйста... Не знаю что. Но что-нибудь, чтоб я прошел это уже. Выматывает. Эх, поздно. Рано пустил, рано поехал. Рано все. Рано. 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 Идиот. Чего я не могу запомнить, что тут надо не поворачивать руки? Что за дела? Да ну... То не спешу, то поздно. Вот это вот последнее мгновение просто. Надо успеть и все сделать четко. Там еще последний экран вообще-то, который я не знаю, как проходить. А ну ты че? Блин, вниз падать на этих экранах сложнее. Нереально сложнее.
чуть помедленнее бы, а? Но тогда бы эта игра не была такой хардкорной, да? Да, 5, блин. 25. Вот, о чем я и говорю. Вправо, влево, вправо, влево. Как пролетит-то это все? Надо, короче, как-то посередине быть, а не слева прям. Надо вообще вправо идти. Вправо, влево, вправо, влево, вправо. Нет, просто вправо, влево, вправо, влево, вправо. Да, все правильно я сказал. Понимаете, я просто знаю, что еще дальше будет. Я знаю, что это тоже может зайти на серию. Что это вообще пипец. Это конец просто. Да пипец. Да ну ты чё? Да хорош. Нет. Ух. Да почему так плохо? А можно посередине проехать? В принципе, но это надо прям вымерить. Можно, в принципе. Но это надо прям жестко проехать. Ну-ка. Если вот, например. Ща, я попробую. Во. Ща попробую. Я себе примерный ориентир просто наметил, куда мне надо целиться, чтобы без проблем по центру там проехать. Блин, в этот ориентир бы попасть еще. Да ну. Да, блин. Что происходит? Да я твою. Какого хрена там шипы вообще есть? Это нечестно. Это нечестно, где шипы твои главные враги, иметь там шипы. Логично же, да? Да блин. Чего включить? Поехали. А я попаду? Конечно, не шибко верю, что я смогу пройти по центру, но попробовать стоит. Попробовать стоит пройти по центру. Хотя бы один раз. Просто, ну, why not уже. Если бы я чуть-чуть. Да блин.
что ла-ла-ла уже достал. Я не попал. Я просто не попал. Рано. Поздно. Да, черт. Да нет, парень. Да нет, говорю. Да ну. Обидно. Это уже даже не горит, это просто обидно уже. Обидно. Ну да, там один пиксель меня убил. Да ну иди в задницу, опять то же самое. Жопа. Ладно. Да, поехали. А что делать? Пойди нахер. У меня руки-то так чешутся. Так, надо с внешней стороны заходить туда. Так вот как-то. Нет. Так, я не успеваю. Да твою же. Поздно. Ну а чё ты за даун такой? Да хорош. Так, полчаса прошло. Я хочу пройти. Я очень хочу пройти.
Да твою ж мать. Быстрее, туда-сюда, туда-сюда, дын-дын-дын-дын-дын. Меня вот начало второго экрана просто бесит своими этими шипами, которые вначале убивают. Видите ли, сколько мне осталось просто там долететь. А я, ну, уже близко. Это уже просто факт. Дайте мне просто долететь до этого. Дайте мне, говорю, долететь до него. Дайте, говорю, долететь мне до последнего экрана, и все будет. Я его уничтожу. Теперь рано. Сложный он. Он слишком сложный. На рандом надо как-то прилететь его. Рандом хз когда будет еще. Да иди нахер. Да иди нахер. Опять 25 все сначала. Просто почему-то я медленно эти шиканы все прохожу. Тан-тан-тан-тан. Блин, я не поверил. Сейчас стоило не поверить, а тогда нет. Рано. Да ты чё? Мэ. Ну да. Как же иначе? Да ну, блин. Блин, а как? Вот я, короче, нажимаю как-то так. Ладно, поехали. Что это было? It's... Блин, поздно. Не успеваю среагировать на первый поворот, поэтому проигрываю. Блин, что я сдох там просто?
Есть! Ух! Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Промикс. До скорых встреч! Есть!